Всем привет! Если вы используете на своем телефоне приложение Messenger Telegram, то оно может автоматически забивать вашу память в телефоне. И я покажу, что нужно с этим сделать, чтобы очистить вашу память. Ну а тебя попрошу, подписывайся на канал и поставь этому видео лайк. Также не забывай, что у меня есть телеграм-канал с множеством всего интересного там. Ссылочка будет в описании под видео. Ну так что же нужно сделать, чтобы очистить память, занимаемую приложением Telegram? Для этого вам нужно будет приложение «Проводник», «Диспетчер файлов», либо просто «Файлы». Находим его на телефоне, открываем. Далее «Внутренняя память». Тут нужно найти папку Telegram, выделить ее и нажать «Удалить». Не беспокойтесь, сам Telegram не удалится. Удалится только кэш-файлы, которые появляются при открытии различных видео, картинок и всего остального. Спокойно удаляйте эту папку. При следующем открытии Telegram она опять восстановится, но она будет пустая. Проверьте, сколько файлов вы освободили на вашем телефоне. Там может храниться огромное количество, соизмеримое в несколько гигабайт или даже десятков. Вот таким вот нехитрым способом вы очистите память на вашем телефоне, занимаемая приложением Telegram. На этом все. Пользуйся данным методом. Также поставь этому видео лайк и подпишись на канал. Всем пока!